Ближе познакомиться с японской культурой и кухней, наладить деловые связи, приобрести новые знакомства. Такая возможность предоставлена посетителям выставки Japan Food Expo 2017, начавшейся в Баку. На двухдневной экспозиции представлены продукты питания и напитки, косметические средства, сувениры и другие товары производства более 60 компаний. Выставка приурочена к 25-летию дипломатических отношений между Баку и Токио. Участники мероприятия отметили, что между странами сложились прочные партнерские связи, в том числе в области экономики. Актуальной задачей было названо расширение двусторонних инвестиций. Сегодня японские компании успешно действуют в Азербайджане и принимают участие в реализации инфраструктурных проектов, подчеркнули участники мероприятия. Наша компания функционирует уже более 50 лет. Мы выпускаем оборудование для производства сухофруктов. На азербайджанский рынок еще не выходили, но видим здесь большие перспективы. Мы производим лосьоны и кремы. В Азербайджане в первый раз, и нам очень интересно общаться с местными покупателями. Хотелось бы закрепиться на азербайджанском рынке.